сегодня такой большой, такой торжественный, величественный день. Мы празднуем 75-летие Великой Победы. Мы отдаем дань нашим ветеранам войны, тыловикам, которые сражались на полях боев. Очень мне даже как-то тяжело и радостно от того, что мы победили, что мы, наши дети, наши внуки могут жить спокойно под мирным небом. Какой красивый день, как празднично, как радостно то, что мы сегодня этот день празднуем. Всем с праздником, счастья, здоровья, благополучия всем семьям, всем нашим ветеранам еще долгих-долгих лет жизни.